Недавно нам пришлось с женой пойти на выступление нового модного ансамбля. Пришли мы туда культурно отдохнуть, то есть послушать музыку. Но вместо культурного отдыха получилось черт знает что. Противно вспомнить, когда заиграл ансамбль, волосатые юнцы начали визжать, трясти, как ненормальные. Нормальных людей взяли раз-два и обчелся. Ушли мы отсюда, как оплеванные. Хотя нам по 45 лет, мы не считаем себя старыми или отставшими от жизни. И все же нам непонятно, как может подобное просящий вид и рев звучать со сцены. Объясните, пожалуйста, зачем и кому нужно это искусство?